Друзья, прибыл я в гостиный двор посетить выставку «Орел Эксп». Выставка оружия, оптики и кое-каких охотничьих причиндал. Посмотрим, что там нового интересного. Ну что, друзья, пойдем посмотрим, что нам предлагает выставка 2022 октябрь. Так, загонная оптика, швабы. Может потренироваться, пострелять. Шлейф-вектор. Сейчас пройдемся чуть-чуть. Посмотрим, что тут нового, хорошего. Зайдем к ребятам. Инфиэрей. Посмотрим, что тут есть нового, интересного. Гляделки всякие. Орсис представил. King Hunter. Ребята. Тут дядька бородатый стоит. Смотрите, ребят. Так, вот. Компания Тритон предоставила новые костюмчики. Стенд у них, как всегда, большой. О, смотрите, какая расцветка появилась. Красивая. Он, наверное, минус 15. Если даже не минус 45. Минус 45, наверное, да? Да-да-да. Так вот. Есть. В таком. А вот здесь Национальная лига охоты ходит. Мучают Владимира. Ничего. Слушай, раньше такая ткань была испанская. Вот эти костюмы, которые... Петрович, привет, дорогой. Как твои дела? Лучше всем всех. Твоим миллионным подписчикам мы передаем большой привет. Смотрите Петровича. Петрович самый лучший, мы вторые. Так, очень много различной оптики. Посмотреть. Женька тут, как всегда, Пергама. Женька, скажи всем привет. Привет. Со своей кожгалантереей, манками, блеснами. Шикарная, кстати, у Женьки блесна. А стоимость? Сейчас актуально очень. Система. Ребята приехали. Пойдемте еще посмотрим. Ну, больше, конечно, военная тематика. Представлена. Пойдемте посмотрим Аркон. Ребята из компании тут целую. Имели тут собственных персон. Многие спрашивают пушку. Такие. Представь себе, как раз другие проекты.
Маски, ребят. Пластик. Пластик дерева. Много-много-много всякого оружия. Уши, пушки. С коллиматами целые. Здесь у ребят все для чистки оружия. Компания Нем. Представлены резные патроны. Тюнинг. Наш, пойдемте дальше посмотрим еще. Ну так, друзья, я прогулялся. В принципе, ничего нового для себя я не нашел. Есть ночные прицелы Фортуна. Вот. Nova Optis. И Айрей. Вот. Есть броники, каски. И так можно прийти прогуляться. Я старых знакомых пришел, встретил. Одежда. Вся та же самая, все производители. Тритон. Вот, с ребятами пообщались. Так что увидимся еще. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока. До скорых встреч.